Итак, друзья, сегодня я хочу начать нашу с вами встречу в обычное время и в обычном времени, то есть в обычном месте и в обычном времени. То есть время у нас сегодня 7 часов в Нью-Йорке, а место у нас одно – Zoom, которое нас объединяет. И все-таки она будет для меня необычной, эта встреча, потому что сегодня... Я ее хочу посвятить не только памяти моей мамы, но потому что сегодня ее йорца, сегодня она ушла из этого мира. Было 8 лет назад. И, наверное, что наша сегодняшняя встреча, она будет в мажоре. Потому что моя мама была человеком мажорным, оптимистичным, позитивным. И если я могу что-то вспомнить о, в общем, том шоке, который я испытал 8 лет назад, то это связано с тем, что она ушла совершенно неожиданно. Вот мы с ней говорили, вот мы договорились, вот мы встретимся, я вот за ней заеду. Почему-то она не отвечала на телефонный звонок, а я проводил свадьбу кому-то, потом волновался, что с ней, потом, когда уже пытался с этой свадьбы уехать, начался почему-то дождь, гроза, молния, нужно было найти машину, и там где-то было все это в лесу, я не мог найти в темноте машину, и позвонил своим детям и попросил их проверить, что с мамой. И они мне уже сказали, что произошло. Вот, она умерла неожиданно, очевидно, это было еще ночью. Я тогда из Флориды вылетал и вечером с ней говорил, и утром сказал, я приземлюсь, я тебе позвоню. Но когда я приземлился, она уже не отвечала. Когда ретроспективно я начал это переосмысливать, и мои друзья, мои дети сказали это же мне, мама была всегда молодым человеком. И она не знала старости. Поэтому первое, что я хочу сказать, что моя мама не знала старости. Она была позитивным, веселым человеком, радостным человеком. Поэтому если мы что-то в ее памяти о ней хотим сказать сегодня, то мне кажется, это прежде всего поделиться ее светом, ее памятью. И сделаем это, естественно, в таком же в ее духе позитивном. Наверное, для того, чтобы сказать о маме следующее предложение. Мама не только не знала, так сказать, вот такого вот минора, да, она была человеком позитивным. Она также, наверное, главное, чтобы я мог и должен сказать о ней, она была человеком очень смелым, искренним, и она не знала страха. И если я спрашиваю себя, откуда это было в ней, то, наверное, это было в ней, потому что такие были ее отец и ее мать. А ее отце, можно сказать, очень просто. Он был героем Первой империалистической войны, георгиевским кавалером, который в рукопашном бою положил там 10 немцев. Целая, так сказать, есть целая история, хотелось бы о ней узнать мне больше. Но это одна сторона. И другая сторона, это то, что бабушка была тоже очень смелым человеком. И... я видел ее смелой в разных ситуациях. И одну ситуацию просто упомяну. Мне приходили разные ученики учить музыку. Это была замечательная учительница музыки, которая могла взять человека с нуля и помочь ему начать играть очень быстро, очень скоро, в любом возрасте. К ней приходили разные люди. И вот к ней приходил один человек, такой... может быть, уже даже пожилой, какой-то партийный деятель такой, очень такой уважаемый, такой вот прямо аж весь из себя. Вот. Кажется, что он как бы хотел за бабушкой ухаживать, потому что она уже была вдовой в тот момент. И вот он как-то очень галантно себя вел. И, в общем, я помню, он приходил раз в неделю, садился играть и так далее. Вот это был год, я думаю, 72-й год. И в 72-м году произошла трагедия во время Олимпиады в Мюнхене. В принципе, моя бабушка была комсомолкой 20-х годов. Она так говорила о себе сама. Я комсомолка 20-х годов. То есть, хотя что-то еврейское, конечно, было в их семье. Вот, но, в принципе, уже она была комсомолкой 20-х годов. Казалось бы, ну что там было еврейского. И вдруг какой-то важный ученик, который приносит деньги какие-то за то, что он учит у нее музыку, и к тому же какой-то партийный деятель, там высокопоставленный какой-то человек. И вот он сидит там у фортепиано,
И вот они уже закончили урок, и он, так сказать, о чем-то хочет еще поговорить. И вдруг он говорит ей: я этих палестинцев понимаю. Вот то, что они сделали, я их понимаю. Ну, они же такие, они же потеряли свою родину, это же израильская агрессия. Ну, что они могли еще сделать? Я их понимаю. Ну, как бы я ответил на месте бабушки? Как бы вы ответили на месте моей бабушки? Интересный вопрос, а? Представьте себе, вы были бы на месте бабушки. Вы какой-то человек пришел, неважно, американец здесь в Америке, или русский, или украинец, который приходил заниматься музыкой, и вот такой уважаемый партийный босс, вот он, ему нравится музыкой заниматься, и вообще, вот он такой вот общительный и так далее. И вот он сказал, вот я их понимаю. Что можно было сделать? Можно было не согласиться вежливо. Бабушка ему сказала: вон отсюда, чтобы я вас больше здесь не видела. Очень просто. Это уровень. Да, то есть, это уровень. Поэтому моя мама была воспитана такими людьми, которые были смелыми, отважными, умели, когда нужно было, говорить правду. При этом они были мягкими, и добрыми, и хорошими, и отзывчивыми, и делали много очень всего хорошего всем вокруг. Но в определенных ситуациях они могли, так сказать, они могли сказать, что они должны были сказать. Интересно, что если дедушка был художником, то бабушка была пианисткой, музыкантом. И вот я буквально вот перед тем, как я сел к вам сегодня, я подумал, что в этом тоже есть интересное такое, если хотите, совпадение целостности. Потому что в Торе мы встречаем, например, «Шма Исраэль», «Слышь, Израиль». И «слышь» имеется в виду «пойми». Но на более глубоком уровне услышать – это прочувствовать. Не только понять головой, это прочувствовать сердцем. В то время как, когда говорит нам Тора «рэ», «смотри», то это увидеть. И увидеть – это вообразить. И вот есть люди, которые видят, а есть люди, которые слышат, а вот есть люди, которые, так сказать, вдохновлены и видеть, и слышать одновременно. Поэтому у моей мамы была возможность и видеть, как видел ее отец, и слушать, и слышать, как видела, как слушала ее мама, моя бабушка. Интересно, что если упомянуть вот связь моей мамы со своим отцом, с моим дедушком, который пытался когда-то научить меня рисовать, я помню, как мы садились с ним, и вот что-то он и показывал, был совсем маленьким тогда ребенком, но он ушел, мне было 9 лет, но все-таки он вот несколько уроков рисования мне дал. Но, очевидно, главным искусством художника как раз является умение видеть. И видеть не то, что на листе, а то, что может быть на листе. То есть, по сути, умение вообразить. И думаю, что моя мама была как раз человеком, который могла вообразить. И некоторые даже говорили ей, я помню, так сказать, в наших семейных обсуждениях, что она может вообще нарисовать человека, нарисовать его какие-то детали, которых вообще нет и не было. Но зато она их представила и нарисовала. То есть в этом смысле моя мама была действительно художницей, которая, может быть, рисовала людей. Она, может быть, делала их лучше, чем они на самом деле. Но, с другой стороны, этим своим воображением, этим своим рисунком она их творила. Она к ним так начинала относиться. И, может быть, они, так сказать, потихонечку обретали тот образ, который она им могла нарисовать. Это одна сторона. Вот другая сторона. Надо сказать, что она тоже стала в какой-то момент в ее жизни учительницей музыки. Она тоже преподавала музыку, по-моему, в Израиле. Начала ли она преподавать музыку здесь, в Америке, не помню. Вот. Но, конечно, она музыку обожала, поэтому и чувства, и, так сказать, и разум, они были вот от родителей, очевидно, даны каким-то определенным образом. Вот. Продолжая, друзья, линию, так сказать, вот моих воспоминаний, хочу упомянуть, что мы с мамой смеялись очень часто. Я говорил ей: вот я знаю, мамочка, что ты меня любишь, или мамуля я ее называл.
еще когда я был совсем маленьким, потому что я, знаю, ты мне дала билетик. И она всегда смеялась и говорила, только ли я дала тебе один билетик? Ну, парадокс. А парадокс в том, что когда на Калининском проспекте открыли какой-то кинотеатр первый, я не знаю, как он там назывался, Арбат или еще какой-то, первый в том смысле, что это было 3D-dimensional movie. То есть можно было прийти, одеть какие-то очки, сесть и увидеть мир, о котором вообще никто не знал, что можно видеть мир выпуклым, настоящим, так сказать, трехмерным на экране, можно смотреть на экран. И это было что-то такое, на что собирались толпы людей войти в этот кинотеатр. И мы пришли, и, конечно, билетов не было. И в какой-то момент кто-то билетик, так сказать, продавал, и она билетик купила. Но был один билетик на двоих, она сказала, ты заходи, я тебя подожду. И почему-то вот это на меня произвело впечатление неизгладимое. Мелочь. Ну, с другой стороны, она ждала, пока я из этого кинотеатра вышел. Сколько мне было лет тогда, может быть, 6 или 7, или я не знаю, сколько мне было лет. Вот, но интересно, что маленькая деталь, а я ее, так сказать, сохранил на всю жизнь. А пусть она будет иллюстрацией слов нашей недельной главы, которая говорит «Вая экев тишмеун» и будете, и будет в результате того, как следствие того, что вы будете слушать эти заповеди, вы будете благословлены, и будет награда, и Всевышний будет помнить о вас, и слушать ваши молитвы. В общем, там такое невероятное формулируется благословение. Мудрецы удивляются, а почему вдруг, что здесь такого вдруг особенного? И первый же Раши приводит комментарий, в котором говорится «Вая экев», «тишмун», слово «экев» – «следствие». Кстати, русское слово «след». Интересно, русское, это сейчас обратил внимание. Русское слово «след». След оставляют пяткой. Так вот, на иврите слово «экев» и «следствие» одно и то же. То есть пятка и следствие – это одно и то же на иврите. Поэтому мудрецы говорят, в самом этом слове «и будет вследствие» говорится не просто вообще то, что вы будете выполнять все заповеди, тогда, ну что здесь нового? Потому что и так, в общем, понятно, будете соблюдать, будете хранить, Всевышний будет хранить вас. А тут говорится, особая мысль здесь формулируется. Если вы будете соблюдать те маленькие, казалось бы, второстепенные, незначительные заповеди, которые люди обычно топчут пятками своими, потому что, ну, а что такого? Это же не приоритет, это же не важно. И вот то, что они топчут пятками, вот именно если это вы будете соблюдать, вот за это последует самое величайшее благословение вам, вашим детям на все поколение. И вопрос, почему? Почему, что здесь такого вдруг? Почему вдруг за эти заповеди? Может быть, в качестве информации к размышлению, когда хотят человека определить уровень его духовности, то говорят, о, это человек, у которого кала кехамура. У этого человека маленькая второстепенная заповедь, кала, легкая заповедь. В его глазах для него она кехамура, как самая важная, серьезная. Интересно. Почему так? Почему вот именно если легкое, как тяжелое, дословно на иврите, или второстепенное, как самое важное? Разве мы теряем фокус? Значит, это, что у нас не будет приоритетов? Мудрецы говорят, нет. Весь смысл в том, что настоящий трепет перед небесами, настоящая богобоязненность, да, то есть настоящие отношения со Всевышним определяются не столько тем, выполняешь ли ты наиболее важные заповеди или наименее важные заповеди, а тем, как ты относишься ко всем заповедям вместе взятым. Почему? Да потому что если ты для себя определил, вот это главное, я делаю, а вот это второстепенное, я не делаю. Почему? Потому что если я главное делаю, то это потому, что я хочу получить главный приз, главную награду. Или не хочу быть наказанным главным образом. Получается, что все, что я делаю, мотивировано главным образом мной, во имя моей награды или чтобы мне избежать моего наказания.
Это вообще не о любимом, это о себе любимом. И вдруг в тот момент, когда возникает совсем другой вопрос, а что я могу сделать для того, чтобы, на иврите называется, дать нахас руах лебойре, что я могу сделать для того, чтобы доставить удовольствие небесам? Не то, что я обязан, не то, что я вынужден, а что я могу сделать для того, чтобы осветить имя небес? Или что действительно от меня хотят небеса? Что я могу сделать для того, чтобы дать удовольствие небесам, скажем так? При этом этот вопрос, который я сейчас поворачиваю, он важен также в области взаимоотношений между родителями и детьми. Если мы воспитываем своих детей только ультиматумом наказания или попыткой их купить всякими наградами, то получается, что главной мотивацией их поведения является избежать наказания или обрести награду. Так ведут себя рабы. Так ведут себя, может быть, работники на работе. Но любящий сын по отношению к своему отцу, его задача сделать что-то приятное своему отцу, чтобы тот почувствовал себя хорошо. Поэтому, в принципе, лучшее воспитание детей – это то, чтобы они с своими родителями жили, общались таким образом, чтобы тем было приятно, чтобы они давали нахас, уважение своим родителям. И потому, если родители живы, то они дают нахас им в этом мире, удовольствие им в этом мире. И это мотивирует их поступки. Не страх, а любовь. А если даже родителей нет, то тогда мудрецы говорят, что по-настоящему начинается лишь исполнение заповеди уважения к родителям. Потому что все это время, что человек жив, он может дать стакан воды своим родителям, может их накормить, он может сделать что-то еще. Но когда родителей нет, то все, что бы ни делал человек, являясь уже продолжением родителей в этом мире, становится освящением их имени, возвышением их души. И потому, если родители любимы, и у них отношение любви, уважения с детьми, то тогда дети делают что-то в жизни и направляет это их по жизни гораздо больше и лучше, чем страх. Потому что если все, что они делают, то что боятся, как бы их отец или мать не наказали, отца и матери нет, они больше не боятся и ведут себя так, как они хотят. Но если они сохранили свою любовь и уважение к своим родителям, то не только при жизни своих родителей не хотят, чтобы им было хорошо, но и после их смерти они продолжают идти путем, который возносит имя родителей, который дает как бы удовольствие на небесах, да, это прославляет их имя. Вот в этом смысле, чему мы можем в целом научиться? Мы можем научиться тому, что сказал Раби Шимон бар Йохай, когда его сын Раби Элиэзер очень болел в той пещере, в которой они прятались от римлян. Когда им открывались тайны небесные, так сказать, мистические тайны, каббалистические тайны. И Раби Элиэзер очень заболел. И он так болел, что душа его как бы вознеслась в другой мир. И потом, после, наверное, клинической смерти, он вернулся в этот мир. Раби Шимон бар Йохай спрашивает его: «Скажи мне, что ты там видел в том мире?» Он говорит ему: «Я видел мир истины». «Ну и чем же отличается этот мир истины от этого мира? Это мир лжи. А в чем же разница?» Он говорит, что все, что в этом мире лжи большое, оно там маленькое. А все то, что там маленькое, там маленькое. То есть, прошу прощения, а все, что там большое, то есть то, что на самом деле большое, оно в этом мире маленькое. То есть мы можем задуматься сейчас о переоценке ценностей и переосмыслении ценностей.
о том, что иногда мы думаем, о, получить там какое-то продвижение по работе, получить там какие-то дополнительные деньги, получить какую-то дополнительную славу. И вот это становится квинтэссенцией жизни, зарабатывания, достижения, успеха и всего остального. Потом вдруг приходит какой-то момент, и человек понимает, что он стоит перед лицом истины, с которым скоро встретится. И вдруг начинает переосмысливать ценности. Он понимает, что он, наверное, пересидел где-то на работе. Наверное, не досидел у себя дома. Не успел сказать людям, которых он любил, что он действительно их любит. Не успел насладиться общением с любимыми людьми. И он вдруг начинает понимать, что то, что было маленьким, оказалось ему маловажным или второстепенным, на самом деле является самым главным. Но в этой связи может быть еще большая даже, как бы некая большая глубина, хотя что может быть больше этого. Очень может быть даже, что маленьким поступком в мелочах проявляется главное, большое, великое. Какой-то билетик, который дала мне мама, казалось бы. Но в моем сознании, памяти моей сохранилось это как «я знаю, мама меня любит». А как важно ребенку знать, что мама его любит, правда? Что ты любимый. Как можно сказать? Слова ведь ничего особенного не говорят, если нет за этими словами поступка. Вдруг маленький поступок, маленький билетик. Но у меня это вызвало такую реакцию. Поэтому я хочу эту же мысль перевести в область отношений между человеком и Всевышним. И потому, если человек исполняет заповеди большие, потому что он хочет избежать большого наказания или получить большую награду, окей, он думает о себе. Но если выполняет какую-то маленькую заповедь, в которой, может быть, вообще нет никакой награды, но он делает ее от любви, думая не о заповеди, ценности и величия ее, а величие того, кто заповедовал, того, кто сказал. Именно в маленьком, и может быть, чем меньше, потому чем меньше, тем больше в этом маленьком выражается любви. Может быть, потому в отношениях между людьми, может быть, маленькое слово, маленькая записочка, маленькое сообщение, что-то, или что-то еще маленькое, да? Но в этом маленьком, этими маленькими словами, или маленьким жестом, маленьким поступком, иногда можно сказать очень большое. И, кстати, до такой степени, что Рабби Ицхак Утнер, глава Ишивы Хаим Берлин, благословенной памяти, в своих книгах, если что-то и повторяет, и вот я когда читаю его статьи о том или о другом, то есть в его книге, комментарии к Торе, есть одна фраза, которую он повторяет очень часто. Он говорит, все те, кто были знакомыми с великими мудрецами нашего народа. То есть, что означает быть великим мудрецом народа? Все, кто были с ними знакомы, они знают, какое внимание они уделяли маленьким деталям. Удивительно. Маленькие детали. Как они важны. И в этой связи, можно сказать, шутка, доказательство этой мысли. У меня был друг в Ешиве, Шмуль Орбах. Американец, ну, многие уже годы его семья жила в Израиле. Надо сказать, что израильтяне над американцами смеются, поэтому американцам в Израиле очень непросто. Те, кто хотят переехать в Израиль, имейте в виду, американцы кажутся израильтянам такими избалованными, такими неприспособленными к жизни. Без кондиционера они прямо уже вообще не могут. Вообще смешно было. Кондиционер. Некоторые американцы приезжали, так вот они в свою комнату привозили кондиционер. Израильтяне смеялись, как-то вообще, что это вообще за жизнь такая вот. Они без кондиционера не могут. Смешно. Вот. Но вот был такой Шмуль Орбах, и он мне рассказал, что как-то Рош Ишива его вызывает, после того, как его не было на занятиях. Там был на первом этаже был Бейс Медраш, на первом этаже большая синагога, в которой училось 300 ребят. А во всем этом здании комнаты, в которых ребята живут. И вот человека нет 3 дня, Шмуля. Спрашивает мой Рош Ишива, Борух Мордеха Израхи.
Скажи мне, Шмуль, что с тобой? Почему тебя нет? Почему тебя не видел? Ну, Шмуль правдивый человек, и Шмуль говорит: мне стыдно вам признаться. Ну ладно, не стыдись, говори правду. Ну, вы меня простите, я просто не могу даже вам сказать. Я читал книгу. Ну хорошо, какую книгу? Мне стыдно сказать вам правду. Какую? Скажи, не бойся. Я читал Шерлока Холмса, Конан Дойла. Представляете, 20-летний парень 3 дня не шел на занятия, сидел в своей комнате в общежитии и читал Шерлока Холмса. Что мог бы сделать глава Ишива? Выгнать его? Что он мог бы сделать? Мог бы накричать? Мог, я не знаю что, сказать, какой-то глупый или что? Что можно было бы ему сказать? Он его у него спрашивает: и чему же ты научился? Он спрашивает: чему же ты научился? И тогда Шмуль Орбах задумался. 3 дня сидел и читал. Он говорит: чему же ты научился? И Шмуль отвечает ему: ласим левеля пратим. Обращать внимание на маленькие детали. Ты не зря потерял время, сказал ему Рош Ишива. Кстати, об этом Рош Ишиве. Надо сказать, что благодаря маме я оказался в этой Ишиве, поскольку когда мы приехали, то новый мой друг Илья Утавгер, который пригласил меня туда посмотреть, а потом мы с мамой подъехали познакомиться с Рош Ишивой, и вот мы сидели вместе, и вдруг моя мама сказала: «Арье по, Арье здесь». Мы ходили по разным Ишивам, разным местам, и вдруг маме это так понравилось, в том месте, когда она пришла, она сказала: «Арье по». А в эту Ишиву было очень трудно попасть. Это, как сказать, Гарвард местный, израильский, туда очередь стоит, туда экзамены сдают. Это что, так просто попасть в Атерес? Это одна из лучших израильских ешив. Приехал какой-то, там, понимаешь, неизвестно кто, который читать не умеет еще. Не то, что там. И вдруг мама сказала: «Арипо». Он даже как бы смутился и говорит: а вы, говорит, знаете, куда вообще пришли? Что это такое, что это за место? Это место, вся суть которого Штайген, Алия, это место, в котором, так сказать, люди стремятся к духовному росту, к познанию Торы, мудрости. Но мама сказала: «Арипо», он сказал: «Хорошо, Арипо». Надо сказать, что 8 лет назад, когда мама ушла, через какое-то время я решил собрать какие-то свои статьи и написать о ней. И я даже обратился к моему Рош Ишиве и попросил, чтобы он написал. И он мне написал. И он написал мне типа гаскому. Видите, просто мне нужно найти время и собрать вот эти вот мои какие-то статьи и сдать книгу в память о маме. Но он написал не обо мне. Он написал о маме. И начал свое ко мне предисловие со слов: «Арье по». «Арье здесь». Он сказал: вот мама Ария Кацина, она пришла ко мне, она сказала: «Арье по», поэтому я его принял. С этого начинается его, так сказать, он, как он к маме, с каким трепетом и уважением он к ней относился. Так что, наверное, если родители в каком-то смысле «Арье по» определяют место своих детей в этом мире, они их воспитывают, они являются для них примером, они приводят их в школы, в институты, в ешивы, то в этом мире все так устроено, что, очевидно, мера за меру. Если за маленькими детьми физически ухаживают родители, потом родители становятся старенькими, за ними ухаживают дети, за пожилыми людьми. Мера за меру. Но более того, мера за меру и в другом. Если родители определяют наше место в этом мире, духовное место в этом мире, и таким образом определяют все, и этот мир, и мир грядущий, то получается, что и у детей тоже, которые являются продолжением своих родителей, есть некая возможность определить и возвысить место своих родителей на небесах. Поэтому я заканчиваю нашу сегодняшнюю встречу тем, что
чтобы то, что мы учили сегодня и учили в течение этой недели, и добрые дела, которые мы делаем, чтобы они были в память Леоры Пас Авром, и чтобы у вас было счастье и радость в память о ней, чтобы все были сегодня и завтра и в хорошем настроении, провели замечательный шаббас, и что с этого момента у нас началась новая пора, чтобы все эти COVID-19 и коронавирусы оставались позади нас, и страхи, и болезни, все уходило, а впереди было только все хорошее и светлое. Рабури, передаю вам.